Ребята, всем привет! Вы на канале Виконста. Вы, наверное, догадались, я сейчас нахожусь на бульваре Пушкина. Иду по бульвару и хочу показать вам сегодня таксофон. Смотрите, какие прикольные краски у нас. То есть, там некоторые деревья еще зеленые, там уже желтые. Последние теплые деньки у нас осенние. И не за горами зима. Чего я сегодня решил записать вам видеоролик? На бульваре Пушкина установили таксофон. Сегодня мы отправимся туда. Хочу показать вам, как он выглядит. Ну и чтобы дончане знали. Посмотрим, можно ли с него дозвониться куда-то. Ну, я позвоню себе на телефон и проверим там Wi-Fi соединение. В новостях я видел информацию, что вы можете позвонить на любой из городских номеров в Донецке. Ну и на мобильный телефон. Сейчас мы это все проверим. Также там есть Wi-Fi точка. Проверим скорость. Посмотрим, в принципе. Ну и небольшой влог засниму вам. Покажу осенний бульвар. В принципе, влогов у меня за бульвар достаточно. Кому интересно, вы можете смотреть. Плейлист у меня находится на канале. Время у нас 3 часа дня. Ну, в принципе, приятный осенний денек. У нас уже летние площадки позакрывались. В кафешках можно посидеть только внутри, потому что на улице уже днем 16-15 градусов, а ночью уже до плюс 5, плюс 4 температура опускается. Кстати, ребята, напишите в комментариях, может быть, еще какие-то интересные места вам хотелось бы увидеть. Я постоянно это говорил и буду говорить. Ну что, некоторые у нас еще цветочки не завяли. Хотя уже осень. Сейчас мороз долбанет и листья все сразу подпадают. Блин, все-таки красиво. Вот мне нравится бульвар тем, что есть две половинки. То есть левая и правая. Было бы прикольно увидеть таксофоны эти, к примеру, в Петровке, в Буденновском районе, в Пролетарском районе. Многие напишут в комментариях, мол, чем ты хвастаешься. Мог бы что-то другое показать. Чему тут радоваться? Ну, прежде всего, у людей, которые здесь работали, стояла определенная задача, которую они выполнили. У людей появилась возможность что-то свое сделать своими руками. Не привезти за границы, поставить, а похвастаться, может быть, какими-то своими достижениями. Это, я считаю, хорошо. А когда вообще ничего не делать, ничего не пробовать, то, в принципе, зачем тогда вообще жить? Всему надо учиться самому, там пробовать. Может, у вас все-таки и получится. На пересечении туда вниз идет площадь Ленина, туда бульвар, а таксофон где-то располагается в этом месте. Блин, листочки попадали. Как же все-таки красиво. Еще солнце так приятно светит. И не жарко, и не холодно. Хотя, когда заходишь в тень, то становится немножко попрохладней. Так, у нас тут голуби пасутся. Мы сейчас, кстати, подойдем к таксофону. Вроде бы он где-то должен быть здесь уже. Да, вот я его вижу. Камтел, с днем рождения, Донецк, 150 лет. Кстати, в этом году городу Донецку исполняется 150 лет. Поэтому, наверное, этот подарок сделан городу. Так, ну что, давайте позвоним кому-то. Вас приветствует ГБ Комтел. Наберите номер. Так. Все, номер я набрал. Сейчас ждем. Время разговора. Так. У меня, по идее, должен зазвонить телефон. Но дело в том, что я не слышу гудка даже. Вот телефон. Гудка нет. И сигнала станции нет, как вы вначале. То есть начинаете звонить кому-то к уху, подносите телефон и просто не слышно. Даже сигнала станции нет. Ну. Так, ну давайте еще раз наберем номер. Так, сигналы набора клавиш я слышу, номер загорелся,
Время разговора. Вот смотрите, сразу же набрал, и ничего не происходит. А работают ли кнопки? Да, громкость работает. Відповідь, вибір мови. Ну не знаю, ребята, то ли я попал в такое время, что, ну не знаю, не могу я дозвониться к себе на телефон. Телефон у меня вот здесь. То есть, если было что-то, я думаю, уже б позвонила б. А ну, кстати, давайте наберем домашнего телефона 115 ради прикола. Это служба, я так понял, Комтел. 115. Вот, смотрите, время разговора идет и все. Походу, наверное, он, к сожалению, не работает. Ну, видимо, может, какие-то проблемы. Нету связи. Ну, не столь важно. В принципе, изначально я вам хотел показать этот таксофон. Здесь также есть Wi-Fi доступ. Давайте сейчас попробуем туда зайти. Влан. Так, Wi-Fi Comtel. Я так понял, наверное, вот этот вот выберем. И проверим мы скорость интернет-соединения через популярную программу speedtest.net. Так, начать. Проверяем. Кстати, у нас в Донецке работает 4G от Феникса. Скорость 83 на прием. И 32 на передачу. Давайте ради прикола сравним скорость на мобильном операторе Феникс. Видите, загорелась надпись LTE. И также давайте зайдем в спид-тест и проверим здесь интернет-соединение. То есть вам для сведения. Пинг здесь немножко побольше. Ну вот вам LTE. 40 мегабит в секунду на прием. Ну, наверное, на передачу, может быть, будет чуть меньше. А нет, на передачу. Вначале хорошо так пошел. Ну, наверное, до 20 опустится. Да, до 20 так и есть. Ну, это вам, ребята, я просто для сравнения, какой у нас в Донецке мобильный интернет. 41 на приеме, 32 на передачу. В общем, ребята, изначально цель у меня была показать вам что-то новое в Донецке. Я же снимаю не только интересные места, но и что у нас происходит нового в Донецке. Сегодня мы посетили таксофон, который располагается на бульваре Пушкина. В общем, я жду вашу оценку, что вы думаете по этому поводу. Есть ли в вашем городе вообще таксофоны и пользуются ли они спросом. Спасибо всем за просмотр. С вами на канале был Виконста. Пока-пока!